Друзья, всем привет! Доброе утро! Я собралась в аэропорт. Все, чемодан собран, я собрана. Все, оделась. Вот в таком виде, в брючках, потому что в самолете всегда прохладно. А здесь еду в футболочке, так как можно всегда попросить плед. Вот, лишнее не хочу в руках держать. У меня будет еще маленькая сумочка и все. Так, время сейчас посмотрим, сколько. Время 4:24. Я уже вызвала такси. Написано, что через 5 минут уже подойдет. И все. Едем в аэропорт Шереметьево. Это мои помидоры, огурцы. Дети будут поливать. Вот огурчик, видите, какой. Погода хорошая. Так что все, в путь, в дорогу, с Богом. Чемодан решила взять большой все-таки, хотела сначала маленький, желтенький, но в итоге все-таки решила взять большой. Ну все, сейчас присяду на дорожку и с Богом. Вот такая вот красота здесь в терминале Б. Шереметьево. А я поднимаюсь наверх. Видите? 7:40. Вот мой рейс. 7:40. У меня вылет. Так, это у нас Шереметьево, терминал Б. Новый терминал. Ну, как он уже не совсем новый, но, в общем-то, на стойку регистрации сейчас пойду. Здесь любая, по-моему, стойка регистрации работает. А, вот моя Аэрофлот, пойду. Я компания Аэрофлот вылетаю. Так что идем регистрироваться на рейс. Ну, людей так прилично. Нормально, хотя сейчас утро. 6:30 утра. И вышла уже в зону duty free. Хожу, еще время у меня есть. Похожу немножечко по duty free. Кстати, сейчас в одной очереди на регистрации тут стояла с комментатором Уткиным. Я его немножечко сняла, но я его сняла для Instagram, как бы, но вставлю кусочек. Так что полечу, наверное, с ним в одном самолете. Вот он идет, Уткин, только сзади. Я вам его снимаю. Комментатор Уткин. Все кафешки закрыты. Не работают. Шоколадница тоже закрыта. Что покушать тут единица, там одно кафе, по-моему, было открыто какое-то, я прошла, так все закрыто. А вот чешская пивная открыта. Пивка, пожалуйста, можете с крендельками отведать. А вот здесь еще донор открыт. Кафе Донор Хаус. И вот еще тоже маленькие кафешечки открыты. В общем, итог, что маленькие кафешечки открыты здесь. Видно по площади какие, а которые побольше, они закрыты. А маленькие, вот типа крошка-картошка, там узбечка еще была. Они работают, так что голодными никто не останется. No matter how hard I try, you keep pushing me aside, and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you...
сколько народу прилетело в Сочи сегодня вместе со мной. Получила уже багаж. Иду. Здесь воду положила, и то, что сэндвич давали в аэрофлоте, я не съела. Аппетита что-то нету. Буду такси, Яндекс.Такси сейчас вызывать. Температуру мерили только при входе в Шереметьево 3 раза на разных компостах. А здесь ничего не мерили, ни температуру, никакие документы я не заполняла, ничего. Просто выходишь, свободный выход. Так что, кто хочет приехать, все свободно. Ну вот милиция дежурит здесь, смотрю. Сейчас я буду здесь такси вызывать, Яндекс.Такси хочу вызвать. Вот он, Сочи. Тепло, хорошо. Шикарный воздух. Обалденный. Чистое небо. Супер. Время 10 утра. Все, ребят, я в номере. Отель мой называется апартаменты, как-то апарт-отель, близнецы называется. И номер мне дали 502, как моя квартира. Я обалдела. Думаю, ничего себе. Вот это да. Сейчас вам сниму номер. Ну вот это при входе здесь вешалка. Здесь вот дверь. Дверь. Здесь входишь, вешалка. Тапочки. Тапочки. Фен есть, покрытие, вот видите, такое, что это, как плитка какая-то, или, ну, плитка, да, типа плитки что-то, плитка. Вот, огромная кровать, большая, двухспальная. Вообще это трехместный считается номер. Здесь у меня с балконом, потом выйдем на балкон, покажу вам вот такие вот обои. Вообще на фотографии у меня был в бежевых тонах светлый номер. Я хотела больше его, конечно. Но мне дали вот такой вот, немножко потемнее, но ничего, не страшно. Вот. Зато 5-й этаж, я хотела повыше как раз. Значит, тут диван, вот тоже он как раз раскладывается вообще, потому что это вот трехместный номер. Видите, табуреточки есть. Есть холодильник. Есть шкаф такой хороший. С большим зеркалом, да, во весь рост, вот отлично. Зеркальце, вот. Еще зеркальце здесь на туалетном столике. Холодильник. Чайник есть, смотрите, это бутерброд я не съела. В Аэрофлоте выдавали утром вот завтрак. Так, потом здесь губка для чего-то, не знаю, для чего губка. А, для посуды помыть. Посуда. Нож даже есть, я нож тоже с собой взяла. Есть кружечки, рюмочки, ложки, вилки, все есть. Так, ну это как апартаменты считается, поэтому... здесь, значит, смотрите, есть телевизор. Телевизор, вот мне кондиционер обязательно. Часики, телефон. Мне не нравится, что вода что-то здесь шумит очень. В туалете льется вода, подтекает. Наверное, я им скажу. Попробую сейчас спустить, если не получится остановить ее. Скажу, чтобы они починили. Туалетная бумага, освежитель воздуха, ведерочка. Очень все чистенько, смотрите. Красота. Очень чисто. Так, здесь у нас раковина, тазик есть для стирки, например, да, постирать. Для щеток, мыло такое. А, есть вот эти отельные штучки всякие, гели, мыло тоже. Здесь надо почитать, что они дают. Туалетная бумага запасная. И душ. Вот такой вот обычный душик. Ну, очень прилично, чисто. Никакого грибка, ничего нет. Полотенце здесь у меня одно висит. И где еще полотенце? И здесь полотенец много. Вот и вот. Значит, получается, на человека 2 полотенца и одно там. А, еще одно вот здесь.
Ну, понятно, тут для ног будет. Давайте на балкон сходим, я еще не выходила. Прям приехала, пока чистый номер, думаю, засниму сразу. Здесь есть столик с креселками. А потом, смотрите, есть вешалка, что удобно сушить, вообще отлично. Вот такой вот вид у меня открывается. Внизу у меня пятерочка, внизу у меня столовая, прям в этих же зданиях. Здесь какие-то палатки маленькие, я еще не смотрела, посмотрим. Вдалеке видны горы и сам город Адлер. Это Адлер. А здесь вот по дороге, если идти в ту сторону, там пляж Чайка. Буквально 7 минут и пляж Чайка. Вот. Это улица Цветочная называется. И апарт-отель Близнецы. Апарт-отель Близнецы. Погода шикарная. Очень тепло. Не знаю, сколько даже градусов. Ну, сейчас утро. 10 утра. Сколько там уже, может, пол 11. Очень тепло. Ну, понятно, это юг. Поэтому вот, вроде вот так все. На этом видео свое заканчиваю. Такое первое свое видео на отдыхе. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Не забывайте ставить лайки, мне будет приятно. Все, до новых встреч, всем пока. Пишите, а вот самолеты, кстати, здесь еще взлетают, видно, смотрите. Пишите комментарии обязательно, спрашивайте, кому что интересно, все расскажу.